прошла очередная российская конференция служения «Вызов». Я хочу сказать спасибо всем, кто приехали на конференцию и кто смотрели конференцию удаленно, в онлайн. Такие конференции вдохновляют, дают заряд. И самое главное, в служении зависимым людям нам нужно усиливаться. Самое главное, это чтобы еще больше людей присоединялось к этому служению, потому что нам в России нужно достичь каждого зависимого человека и принести ему надежду. Вдохновили те слова, когда пастор сказал, надо двигаться вперед, надо надеяться на Господа, надо развиваться. Я очень благодарен, что у меня получилась такая возможность сегодня приехать сюда. Я очень благодарен тем людям, которые организовали это все. Конференция очень полезна и ощутимо присутствие Духа Святого и как бы множество свидетельств и действительно дает надежду. И я приехал сюда, у меня были вопросы по поводу видения, как дальше двигаться, потому что, знаете, новые времена, новые вызовы. И я конкретно получил от Господа, куда двигаться, что менять, куда брать усилия. И знаете, то слово, которое я получил, оно все поставило на свои места. Мы сегодня действительно видим и понимаем проблему тех людей, которые нуждаются сегодня в спасении. И мы действительно имеем возможность сегодня принести надежду. Мы сегодня имеем возможность сказать то слово, которое даст жизнь, новую жизнь. Я хочу поблагодарить Господа за эту возможность, как церкви, принимать служение, тенченнейшие служения реабилитационных центров в нашей стране. Я благодарю Господа, что сотни-сотни людей могли с нами в онлайн присоединиться и быть с нами, и рассуждать над Словом Божьим. Это было хорошее время, время ободрения, назидания, увещевания, обучения, обмена опытом. Я верю, что будет очень хороший плод от этого прекрасного времени, которое мы провели вместе на этой онлайн-конференции в Перми 2 и 3 апреля. Да благословит Господь!